В Нефтеюганске дети участников СВО бесплатно посещают занятия по хореографии. Педагог детской школы искусств Лилия Федотова стала обладателем гранта губернатора, благодаря которому реализует проект «Танцуем вместе». На полученные средства удалось закупить необходимый инвентарь. Мячи, скакалки, резинки и коврики. А для комфортного пребывания детей в зале был установлен кулер для воды и приобретена колонка. 11 мальчишек и девчонок посещают занятия уже несколько месяцев. Программа тренировок направлена на раннее развитие хореографии, навыков и творческих способностей детей от 3 лет. Глава семьи сейчас не рядом, нет вот этой поддержки какой-то, и хотелось прям максимально им помочь. Дети получают у нас бурю эмоций, потому что для них вот эти занятия, это когда свободная площадка, есть место, где разгуляться, они прям с удовольствием занимаются. Дети должны развиваться в любом направлении, они должны себя везде попробовать, где понравится, там останутся. То есть они все в курсе, они постоянно созваниваются, отец там нет-нет может им показать, где он находится, да, и все нормально, адекватно, папа родину защищает.